Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня хочу ответить на такой вопрос, как бы ни странно он звучал, но задают и такие вопросы. Вредно ли для сердца пить во время тренировки? Итак, друзья, пить нужно до тренировки, после тренировки и во время тренировки. Опасно на самом деле обезвоживание, не пить. Недостаток воды в организме очень опасен. Кровь густеет, сосуды перегружаются, сердце перегружается от недостатка воды, потому что густую кровь тяжело гонять по нашему организму. Не забывайте, что с кровью поступают во все клеточки нашего организма питательные вещества. Во все, кроме межпозвоночных дисков. Это очень важно понимать. Поэтому, мальчишки и девчонки, а также их родители, обязательно пейте во время тренировки. На самом деле, перепить гораздо тяжелее, чем недопить. Среди моих знакомых, моя мама вообще практически не пьет воду. Я заставляю их пить воду. Следующий прием позволяет брать 4 пол-литровые бутылочки, ставить перед собой и в течение суток их выпивать. Это для нетренирующегося человека. Я, бывает, выпиваю 2 литра и больше даже только за время тренировки. Обязательно пейте. Избыток воды, конечно, тоже несет за собой опасность, но сложно, повторяюсь, перепить. Мы больше недополучаем именно чистой воды. Если вы не хотите пить, не пейте чай, не пейте кофе, не пейте какие-либо другие напитки. Отдавайте предпочтение воде. И тогда все будет у вас хорошо. И вы будете здоровыми. Не забывайте, что наш организм на большую его часть состоит именно из воды. Думайте всегда головой, и тогда будет вам счастье и здоровье. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале в следующий раз. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм!